Сюжет четырехсерийного детективного сериала «Маменькин сынок» расскажет о том, как на свалке был найден труп мужчины с ножевым ранением. Следователь Андрей Гаврилов начинает расследовать это дело. Хотя коллеги недоумевают, что тут копать, судя по всему, унылая бытовуха. Однако следы ведут в совершенно неожиданном направлении. В квартире погибшего обнаружен тайник, а в нем фотографии женщин, три из которых недавно погибли при разных обстоятельствах. И вскоре погибает четвертая. Между женщинами из тайника нет очевидной связи. Но что же погибший знал об охоте, которая идет на женщин, и как ее теперь остановить? Главные роли в сериале исполнят Илья Ильиных, Маруся Климова, Владимир Стеклов и Галина Сазонова. Премьера сериала состоится 12 октября на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.